Ёб твою мать! У него Ламборгини! Ты чё делаешь? Мы белый за своих! Ты чё делаешь? Что человечина? Ах ты обоссаешь, давай слазь с них, дай мне штаны свои. Брат, а не стреляй, я ж боюсь! Ну а нет, 150 миллионов, нормально? Нормально. Это сколько? 150 миллионов гривен? Санчес. Аренда скутеров. Я могу арендовать скутер? Ты где вообще находишься? Ты можешь сказать? Так, сейчас скажу, где я нахожусь. Ты наверху? Я в городе, тут есть такая как планетка, типа. Это называется, сейчас как скажу, как это называется. Как убрать метку? Это называется... Да просто планета! Аренда скутеров. Короче, аренда скутеров, которые, вот, которые на пляже. Я иду туда. Как, подожди, какая аренда скутеров? Которая на пляже. Число какое? Число, сейчас скажу, какое. Один день. А, ну все, так я рядом, да. А, я иду, значит, все, братан. Сейчас все, мы заработаем бизнес. Мы будем делать бабки. Ребята, скоро тут появится личный промокод Кьюри Санчеса. Ребята, главное, ставьте лайки, смотрите видосики. И тут... А ты кто? Ну где, блядь, ты ебаный? Да я иду пешком, у меня ноги не такие быстрые. Ты назад беги, назад. Че? Назад беги. Ты же черный в трусиках, да? Нет. Я вот прям на парикмахерской, которая на этом, на Веспуче. Это ты? У машины, да? Какой к чертям машины? Парикмахерская, ты тупой? Сейчас, я у аренды скутеров, зайди к аренды скутеров. Ты тупой, что ли? Ты спросил, где я? Ты ради чего спросил это? Просто? Для мотивации? Ой. Где ты, ублюдок? Я тебя втащу сейчас. Что? Ты в трусах? Черный. Нет. Это рядом. Не бей меня, я нормальный. Я тоже нормальный. Не, вот все не надо, давай побегаем, калории пожигаем. Нет, давай, Кирилл, ты что пьешь меня, слышь, ты бокс хочешь? Ой, не, все, понял, не надо. Давай, бокс, давай. Все, я мир, френч. Все, иди в жопу, у меня дыхалка твоя нулячая. Я иду. Помоги мне его замахать, слышь, он бежит за мной. Я тебя ебать добью. Отойди! Бей его, Артём, бей его. На тебе! Ой, неприятно! Ты, блядь. В трусиках! На тебе! Давай, кабань его, Артёма, кабань! кабаним, блядь! Ах ты, давай, кабань. Ах ты тварь, я не умею на клавиатуре в GTA играть, ублюдок! На-нах! Дебил! Второму счёт! Пошёл! У тебя нет оружия, а слышь, а ты там считаешь, у тебя кулаки! Сука! Охуенный замес! Мы? Да, у нас дружки парни! Мы фанимся, да. Они вдвоем против меня одного. Они не вдвоем, я вот увижу. Ну все, тогда давайте тогда раз на раз, бля, выйдем нахуй. Помахаемся. Нет, не надо раз на раз, ну-ка поиграем. Нет, ты что делаешь? Мы белые! Давай, мне помогай. Ты что делаешь? Мы белые за своих! Ты что делаешь? Что, человечина? Все, идите в жопе, все, я бегаю. О, здорово, мужик. Холостяк. Вот этого белого, пиздим. Не надо, а вдруг он влиятельный. А хотя ты прав. Хотя ты прав, да, он влиятельный. Шапку отдай! Шапку как подобрать? Давайте его пиздить, ребята, пиздим его. Давай, стоять, у нас тут армия. Ты чё, слышь, не ругайся. Не надо ругаться, братан, ты чё такой агрессивный, встань со скутера. Слышь, фак, я тебя сейчас фак, знаешь, куда засуну? Я тебе это чипак, блядь. Иди сюда, обоссанный. Давай, 1xbet, давай поговорим. Выходи со зоны скутера. Чат чекни. Да, я видел, он послал нас. Иди, давай, слазь с икота в красных штанишках. Ах ты, обоссаешь. Давай, слазь с них, дай мне штаны свои. Слушай, я могу так весь день, ты знаешь, у меня... Мы и так здесь сидим уже сейчас. Мы ролик снимаем, блядь. Мой скутер! До свидос! Я в него скутер свистнул. Да, пиздем нахуй, пиздем. Пока, спасибо за скутер, ублюдок. Я забрал у этого дебила скутер. Неприятно, да, чувак, когда от тебя уезжают на скутере? Согласись, неприятно немного. А я на скутере, неприятно, да? На тебе! Не, согласитесь, ребята, объективно это было невежливо. Я понимаю, мы там его массой чисто задобили, но посылать-то зачем? Зачем? За тобой едет этот человек. Зачем посылать? Слышь, а ну убей меня. Убей, серьезно, пожалуйста, бога ради. Kill me. Пожалуйста, будь человеком, собака в белых штанишках. Убей. Да давай, что ты слабак-то такой? Дебил даже с первого раза убить не может. Послушай, белые штанишки, я понимаю, ты доминируешь, ты хороший особь. Ну убей меня, отвечаю тебе неуважительно как-то. Давай за тобой доеду, а просто скажи, где ты.
Послушай, я думаю, нам нужно заняться бизнесом, потому что мы хотим все-таки в космос на ракете в атмосферу улететь. И все-таки атмосферу нам Sims... далеко, брат. Ребят, кстати, я еще не уверен, вы видели серию по Sims, но если что, мы с Максиком записали Sims 4 одно видео, поэтому наша цель там покорить Марс. Наша цель покорить Марс. Марс не батончик, а Марс планету. Поэтому, я думаю, наша цель будет тут примерно такая же. Покорение Марса. Кирюш, а ты все там же, да? Да. Покорение. Я подъезжаю, слушай. Покорение мать его Марса. Сейчас я вот так красиво, типа, для привычки. Иди к аренде. Аренде? Ты дурак, я заколебался уже бегать. У меня калории чисто там уже. Нужна тачка, определенно. Короче, я поговорил с чуваком, он купил машину там за 18 тысяч долларов. Я думаю, если напрячься, то можно купить за 1000. Вот, все, я у аренды где-то. Ну, типа, жига, знаете? Я у аренды где-то. Да я иду, провода, ты слышишь меня? Лицензия на вождение. Стоп, нам нужна лицензия на вождение. Сюда едем. Пацаны, в первой серии мы получили лицензию, нормально. Ты снимаешь же, да? Да. Нажимай shift все время. Это баг из GTA. Видишь, типа, он приседает. Скорость сразу для люто поднимается, 66. У меня залипание клавиш. У меня залипание клавиш сейчас, брат. Ну ты присел. Смотри, люто, скорость 65, 66, 67, 68, 68 максималка, я так понимаю. Короче, кто ребят... Я еду сдавать на права лицензию косметолога. В смысле, получение авторского. Косметолога? Да хоть гинеколога, брат. В любом случае, хоть какая-то нужна лицензия. Нам нужно... Послушай, да. Человек, я понимаю, конечно, я тут совсем не к месту, но мне вот реально $100, будь ласка. Можно? Пожалуйста. Не слышу его пиздону, не бойся. Не, подожди. Спасибо большое, благослови тебя, Господь, пацанчик. Небольшой тебе дисклеймер. Я, короче, ютубер, мега популярный, у меня почти 1 000 000 подписчиков. Пиши русскими буквами в ютубе. Киря Санчес, сейчас напишу тебе, братан. Вот, братанчик. Заткнись, Артём, подожди секундочку, я общаюсь с человеком. Я тебе говорю, по-русски это Киря Санчес, типа там буду я тебе отвечаю, тебе видео вставлю, ты господи, мог бы тебя поцеловал бы, но, к сожалению, натурал. Все, спасибо тебе большое, благослови тебя, я там перекрещусь. Спасибо большое, братан, нас целая армия. Другом, когда-нибудь ты сможешь ввести на этом сервере промокод Киура Санчес, я тебе отвечаю, я тебе верну бабки, я тебе отвечаю. Когда-нибудь, главное, подписывайтесь, ребята. Давай, мир тебе пирамидой. О, спасибо, брат, господи, ты такой хороший, твоя мать, наверное, гордится тобой. Артём, сядь, бога ради, не... Артём, сядь, или я тебя втащу сейчас. Нахуй, не ори, заебал ради. Лицензию, там, где машинки, карточку, типа, что водить можно. Кирилл, тут 1000 баксов стоит 1 рубль. Кирилл. Да, я слышу, я перевариваю информацию. Я же тебе говорю, Кирилл, ты слышишь меня? Да, я перевариваю пока что. Тут можно за 1 гривну... Спасибо большое. Купить где-то 5000 баксов за 1 гривну. Ребят, донат в описании, если хотите... Хотя не надо. Спасибо большое, век тебя не забуду. Альт, двигаться, я готов. What's your name? Уверена? Езжай за тобой. Так. Господи, какая она неуправляемая, это же жопа. Да, говно люто. А тут модельки тачки, типа из настоящей игры. Здорово, брат, смотри, я уже поднялся, тачку купил. Здорово. Ты видел, как я твои 200 баксов реализовал? Уже машина имеется. Ребят, регистрируйтесь на этом сервере. А хотя нет, пока рекламу у меня не купили, не регистрируйтесь из принципа. Пока рекламы нету, никто не регистрируется. Пока рекламы нету на канале этого сервера, этот сервер говнище полное. Ты красный игнорируешь. Понимаешь, красного для лохов. Ты посмотри на цвет тачки, в которой ты сидишь. Идиотина тупая, господи, как тебя мать рожала. Я гоню быстро. Максимальное движение вне населенного пункта 160. Блять, братан, ты шо рофлишь, ты мне машину помял. А смысл мне Lamborghini покупать, если максимум 160 могу? Обгонять следуете, считать передвижение, забить хер. Пофиг, денег много, я миллионер уже, по факту. Заправьте транспортное средство, просигнальте, и вы... У вас нет лицензии на... Ребят, слышите, а как посигналить, скажи, пожалуйста. Посигналить на Е, я не могу заправить, что за... У меня машина пропала. Сука, у меня машина пропала, что делать? Ты 10 секунд, потому что вышел, зачем из нее ты вышел? Так я долбоёб. Брат, немножко, спасибо. О, подсветка четкая, господи, крутая тачка. Говно. Это реально крутая тачка. Не, на самом деле, говно лютое. Ну, Кирилл, твое мнение, как бы, оно... Ну, да. Смотри, фургун какой. Можем школьников похищать и насиловать их там.
Братан, у тебя тоже, кстати, крутая тачка. О, борта. О, файт на дороге. О, кто Молния Маквин, кто Чико. Ребят, подписывайтесь на канал Кири Санчес по русские буквы, в русский латиница. А что ты, давай, скажи, это Артестра Офишал. Давай подвезешь, а куда подвезешь? Блять, да чела убил. Все, ну поосторожнее, больше не убивай, это грех. Че, ты там что? У нас автобус въехал, я это не записал. Осторожно. Господи, какая у тебя машина шикарная. А это Кибертрак? Да. За 2,5 миллиона. О, его можно выбить в контейнерах. Реально донат стоит 1 гривну 5 тысяч баксов? Ну, при плюс-минус. У меня 1 рубль стоит 1350 долларов. То есть это 20 гривен 30 тысяч баксов? Ну, плюс-минус, да. Сатен гривен. А 1000 гривен. Далеко я зашел. Ясно, как это работает, ребят, лохотрон. Ну, в смысле, да, не важно. Наоборот, ни хера не лохотрон, вообще балдеж тема. Жалко. А что там на ящиках есть? Меня спрашивают? Поосторожнее, человек. Блять, я кончу. Человек, осторожнее. Господи, ты чуть нас не убил, и себя заодно. А, окей. Брат, а, не стреляй, я ж боюсь. Осторожней, человек, я смертный вообще-то! Какой ты смертный должен? Ты так просто. Оп. Поосторожней, браза! Я понимаю, ты случайно, наверное. Вы можете тогда обратно вернуться? Куда? У него тоже волыны есть, прикинь. Ну что, я тоже смогу себе позволить, буду волын. Без лицензии он сказал нельзя. Что без лицензии? А, это, пистолет, да. Главное, чтобы он меня не убил. Убьет меня, будет обидно, потому что я-то по факту рыбка в этом океане. Это рыбка, Кирилл. Ёпта, ни хрена себе. Лютая скорость. Он его кукнул, прикинь. Как твою нашу? Мать! Нашу? Я чуть не умер. А вот он, походу, отлетел. На-на-не. Брат, как помочь? У вас не отключает этого транспортного средства. Я понял. Они меня бросили, чтобы ты понимал, в пустыне. И умерли. Да. То есть, короче, получается, за нами ехал Мерседес. О, врезался, типа, этот водила, который дал мне денег, он начал по нему гасить, типа, ну, начал его штурмовать тоже в ответку. Типа, в точке невозврата, да? И в итоге он кокнул этого водилу, типа, да. Мы стоим прямо на шоссе, типа, и тут тачки на бешеной просто скорости едут, и на бешеной скорости меня чуть не сбили, но сбили водилу. Кирилл, тот самый дешевый жилье стоит 60 тысяч баксов, самое дешевое. Самое дешевое не хочу, я хочу самое четко. Ну хорошо, 28 миллионов. Ну а нет, 150 миллионов. Нормально? Нормально. Это сколько? 150 миллионов гривен? Это как, ну, 100 тысяч гривен. 1 четвертая твоему ноута. Я не знаю, как это 1 четвертая. Стой, подвези, пожалуйста. Он не остановится, да? Я понял. Так, 4.15. Сразу. Можно многое сказать о людях на этом сервере. Заработная плата, пособие по безработице. Пожалуйста, подвези бога ради. Пожалуйста. Понял. Получил? Он меня убил. Получил 100. Неужели им за это ничего не будет? Я помню, мы играли с другом в МТА. Там за убийство за тобой копы начинали ездить. Брат, я дохну. Не будет ничего. Добей бога ради. Сука. Ну он мне бабок перевел, поэтому все, у меня бабки. Ну мне тоже, кстати, бабок. Он мне аптечку, кстати, дал. Братья, слышишь, незнакомец, пожалуйста, скажи мне, я новенький тут в этом штате приехал недавно, буквально, можешь мне, пожалуйста, сказать, как мне жизнь свою вернуть? Что такое, брат? Жизнь мне как вернуть, я красный. Я, короче, сделаю, да, но автоматом, братанчик, вернется. У меня, да? У меня чел будет. Не, то есть сидеть втыкать? Постой чуток, она вернется. А можно я выйду из госпиталя, у меня вернется? Достаточно денег у меня, Кирюша, недостаточно. Я так понимаю, нет. Мне нужны деньги, Кирилл. Кирилл. Ребята, я воспользуюсь случаем. Подпишитесь на канал Кирилл Санчес. Русские буквы, Кирилл, латиница. Кирилл, Кирилл, Кирилл. Четвертого, по-моему, пятого. Человек. Бронежилет состояние 0 он сбросил. Человек, слышишь, пару вопросиков. А как мне инвентарь открыть? На английском. Да, спасибо. А еще вопрос. А бронежилет состояние 0, это значит то, что говно, да, редкостное? Ну это значит, что, ну типа, он не выполняет свою функцию. А, то есть, а если я одену, как антураж, типа, он будет виден? Да. Да, а как взять? Пап, у меня вебка. Спасибо большое, человек. Дальше на инвентарь. ПКМ на бронежилет использовать. Спасибо большое, хороший человек. Бля, надо что-то делать. Слушай, я не знаю. Поехали с тобой. Ты только меня не изнасилуй, пожалуйста. Ну,
меня посмотрим, включили. О, спасибо, спасибо. Первый день, понимаешь, в эфире, в игре. Чё вообще на размер зашёл? Короче, я в игре, типа, я ютубер, и мне нужно снимать контент качественный. Мы с моим другом решили зайти на GTA 5 RP. Говно полное, короче. Все лагает, все вылетает. Мне не понравилось, не одобряю. Вот говнище. Зашли на Радмир, господи, тут все так гладко, и люди хорошие. А, так это его микроавтобус. Артем, мы едем. Сейчас он ждем механиков, у нас тачка. Все, друг тут, сейчас он ожидает нас. Сейчас мы примчимся, как Супермен, и заберем его. Без колес, я просто хочу себе... Да похрен, нормально, без колес тоже хорошо. Внутри комфортно, на V нажми... Ой, если бы я, конечно, был бы в игре, я бы нажал на V и сидел бы в комфорте, слушал бы, как дождик капает по стеклышкам, по иллюминатору. Ты что несешь? Вообще, а сколько стоил фургончик? 2 миллиона. Вы что, демоны? Откуда у вас такие бабки, ребята? Пол опыт. Ты чё, место без работы? А почему ты безработный, но у тебя фургончик за 2 мульта? Да... Ёб твою мать! Чё, он тебе бабло накинул? У него Ламборгини! Ты идиот, ты сколько лет в это играешь? А давай еще вот так сделаем, что привик. Короче, сейчас, секунду, секунду, я другу объясню, почему я заорал на всю квартиру. У него тут Ламборгини стоимостью 8 миллионов, Ниссаны. Ёб твою мать, у него общих тачек на сумму 5 мультов, 5 кака. Какой у него никнейм? Какой у него никнейм? Так, что ты там сказал еще раз? Сейчас, сейчас, Артём, просто тут реально серьезный человек, сейчас я у него все узнаю, я реально, я в шоке. Я говорю, давай еще вот так вот тебе сделаю, но я тут не то чтобы выпендрюсь, просто ты очень смешно реагируешь. Так, прими прикол. Я мышка сосиска. Так, я нажал, что я нажал? Я типа вступил к нам в группировку. Я в группировке? А что теперь мне делать надо? Смотри, это банда. Английскую М, типа как, Majestics. Мне кто-то забрать, забирать будет или как? Да сейчас ждем механика. Да, это подожди, я правильно понимаю, это все, что у вас есть? Это типа то, что это группировка. Ни хрена себе, сказал я себе. Я тут, Кирилл, честно, я тут столько всего вижу. Я Артем, сейчас мы тебя заберем. Я тут столько всего вижу, что я вот честно сейчас, подожди, не могу сосредоточиться на чем-то. А там все херево стоит, типа там есть... Знаешь, фраза Mercedes-Benz как минимум 3 штуки, Cadillac и Rolls-Royce, знаешь ли, звучит весьма увесисто. Весьма убедительно. Да, вообще, типа, жидкость. По факту, у меня сейчас на счету 1200. Так-то 1 020 000 это жидкость. Подожди, имеется вопросик. Откуда у тебя денег столько? Кому ты лизал? Сколько? Ты не шутишь. Чё прям такое-то? Точно. Он говорит, что он 100 тысяч задонатил. Рублей? Рублей. Ну где ты, блин, долларов? Ну и чё, нормально. Подожди, 100 тысяч рублей там, не европейские франки, ни хрена, рублей. Не, русский, блядь, самых, что ли, на есть настоящий. Что ж, ребят, в принципе, на этом видео подходит к концу, дальше ничего такого интересного нету, я думаю, в принципе, и так довольно насыщенное видео, довольно смешное, довольно интересное. Вкратце нам эти ребята дали еще 20-ку, ну, мне 10-ку, Артему 20-ку, ну и, в принципе, на этом видео заканчивается. Не забывайте ставить лайки, подписываться, с вами был я, Санчес, всем спасибо, и давайте наберем 15 лайков, и тогда выйдет новая серия по GTA RP. Всем спасибо, всем пока-пока.